Конный переход казаков Юга России по маршруту Волгоград-Севастополь, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, хлебом и солью встречали на Таманской земле. Заместитель главы района Александр Зимин от имени исполняющего обязанности главы муниципального образования Темрюкский район Сергея Рабилко поприветствовал участников конного перехода. Я приветствую вас и ваших бойцов на нашей легендарной Таманской земле. Здесь каждый камушек, он хранит историю. Здесь 220 лет назад был создан первый казачий православный храм. Представители Темрюкского и Славянского районов, казаки Юга России, возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте прорыва голубой линии. Цель конного перехода – отдать дань памяти и глубочайшего уважения отважным защитникам родной земли, казакам России, спасшим нас от коричневой чумы 70 лет назад. Путь казачьей сотни пролегает через города-герои и города воинской славы. За 57 дней казачья сотня должна пройти через 65 населенных пунктов. Протяженность маршрута конного перехода составит без малого 1300 километров. В Темрюкском районе участники конного перехода расположились в палаточном лагере в поселке Светлый Путь. Там были установлены душевые и туалеты, организованное питание для лошадей, установлены коновязь, заготовлены овес и сено, чтобы участники перехода могли отдохнуть, набраться сил и продолжить поход.